Добрый день. Меня зовут Вячеслав Куликов. Я являюсь руководителем экспертной организации компании Emerson в России и странах СНГ. В любых экономических условиях перед руководством промышленных предприятий стоит цель повышения уровня операционной эффективности, производить больше продукции, продукцию лучшего качества или поддерживать выработку при меньших затратах ресурсов. Автоматизация технологических процессов является мощным рычагом для реализации таких целей. Современные решения по автоматизации позволяют не только обеспечить безопасную и бесперебойную работу предприятия, но и предложить способы улучшения работы и достижения дополнительного экономического эффекта. Для предприятий нефтепереработки и нефтехимии к таким решениям относятся системы усовершенствованного управления. Они повышают качество управления и оптимизируют технологический процесс в реальном времени. Обычно на заводах управление процессом осуществляет оперативный персонал. Его задача – обеспечить безопасность, соблюсти технологические ограничения и добиться получения заданного количества продукции с заданным качеством. В реальном процессе одновременное достижение всех требуемых целей может противоречить друг другу, и решение этой задачи во многом определяется знаниями и опытом операторов. К тому же руководство требует повышения эффективности работы операторов и нагрузки на них, а смена поколений ведет к замещению опытных операторов новичками. Системы усовершенствованного управления призваны помочь операторам. Они автоматически рассчитывают оптимальный режим процесса и выполняют управляющие воздействия для его поддержания. Непрерывная оптимизация режима дает экономический эффект. Это может быть повышение производительности, выработки целевой продукции или сокращение затрат на энергию. По опыту, применение усовершенствованного управления в нефтепереработке позволяет увеличить глубину отбора светлых нефтепродуктов до 0,8% и обеспечивает окупаемость проекта менее чем за год. Обратитесь к нам, и эксперты Emerson возьмут на себя обследование объекта, обоснование экономического эффекта и внедрение выбранного решения.